канале Артемчик Грым. Сегодня я поиграю в нас Брау. И я хотела вас спросить. Вообще, вот когда вы пишете комментарии такие, ну, вопрос такой задаю. Такие, что у тебя классный канал, я, конечно, в это не совсем верю. Потому что это может постановить. Просто потому что вы можете обмануть. Просто, чтобы, ну, не знаю. Короче, я вообще хочу собираюсь конкурс проводить. Но это не точно. В своем канале. На один аккаунт Brawl Stars. Я не знаю только какой бы. Но основное я точно не буду продавать. Потому что он такой. Основной. Вы понимаете сами. Понимаете сами, какой он, потому что очень-очень-очень крутой. Чё, робот? Он очень крутой. Сейчас, минутку. Не. Ненавижу Спайкуса. Ребят, я скоро вернусь. Ребят, я тут, я не знаю, мне пишет ошибка, если вы ее видите, пишите потом в комментариях. Но мы точно сейчас не выиграем. Какую-то ошибку на телефоне выдает. Нет подключения к сети, к интернету, но у меня есть. Да ем охват, да? Мы проиграли, против них невозможно. Это очень сложно, зато у меня Леончик на 26-м ранге, yes! Сейчас, ребятки, я вернусь. Ребят, я тут, вот, про конкурс. Конкурс, наверное, будет через, ну, 5 дней где-то, 19-го. 19 числа будет конкурс. Я разыгрывать буду. Не знаю что. Аккаунт Brawl Stars. Или что другое. Короче, я не знаю. Я еще потом подумала, потому что осталось еще 5 дней. Потом я это узнаю. И подумаю. Что мне как бы... С чем мне конкурс провести? Ну и на этом все. С вами был я, Артемчик Игры. Не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. И оставлять комментарии. И всем пока-пока!